Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами волшебная петелька. И сегодня мы будем изготавливать женские галстуки для наших очаровательных женщин и девушек. А галстуки у нас будут выглядеть вот таким вот образом. А для этого нам необходима ткань, сантиметровая лента, ножницы, нитка, иголки и, конечно же, швейная машина. Но при этом не забывайте, что если у вас нет швейной машины, вы все это можете прекрасно сделать вручную. Ну и, Наталья Юрьевна, с чего необходимо начать? Нам нужно сложить ткань, чтобы у нас на ткани получился вот такой изгиб. А сложить надо ее лицевой стороной внутрь, чтобы нам на изнаночной стороне все это дело рисовать. Итак, отметим точку. Ниточку поставим и от нее откладываем длину нашего галстука 62 сантиметра. Видели? Поставили ниточку. Так, затем нам необходимо начертить прямой угол. Ложим линейку ровненько и чертим. Начертили. И нужно измерить 30 сантиметров. Образом. Ширина галстука у нас будет 25 сантиметров. Отмеряем ровно от уголка 25. Так, дальше. Чертим линию. Так, я встану, чтобы было мне удобнее. Начертили вот такую линию. Конец галстука 5 сантиметров. И, значит, здесь нам нужно начертить произвольную такую плавную линию. Ну, примерно вот так. Так. Вот. Так у нас получилось. Теперь берем ножницы и нарезаем. Наталья Юрьевна, давайте для телезрителей повторим всю ширину, все параметры, так, для того, чтобы они не ошиблись. Ну, давайте. Итак, длина галстука 62 сантиметра, ширина 25. Этот отрезок у нас тоже будет 25 сантиметров. И соединяем две точки произвольной плавной линии. Толщина 5 сантиметров, вот это вот расстояние. Ну и теперь, после того, как вы уточнили все размеры, вы можете смело вырезать. Получилось. Лишнюю ткань убираем. Теперь нам необходимо обработать срезы. Так, ширину галстука, этот срез и вот этот плавный срез на машине. Но прежде чем нам все это дело просточить на машине, чтобы у нас ткань не съезжала, давайте закрепим все это булавочкой. Резида, помогай мне. С удовольствием. Аккуратненько уголочки совмещаем. Будем в точности еще вот здесь закрепить. Вот так. И теперь приступаем к шитью на машине. Ширину шва делаем примерно 7-5 миллиметров, или же можно на ширину лапки. Не забываем делать закрепки. У нас
остается вот такое отверстие, через которое мы будем выворачивать. Ну, Резида, приступай дальше. Значит, необходимо убрать все булавочки, которые нам помогали до этого точно совершить машинные швы. Нам они больше не понадобятся. Вот такая заготовочка у нас получилась. Что делаем дальше? Необходимо срезать уголочки лишние, для того, чтобы окончательная работа наша выглядела идеально, уголочки ровненькие. До шва не доходит срез примерно 2-3 мм. То есть прям под корень срезать совсем даже не обязательно. Что делаем дальше? Нам необходимо вывернуть нашу заготовку. Выворачивается она довольно-таки легко. Вот такими движениями. Да. Своеобразный мешок. Через отверстие, которое Наталья Юрьевна нам оставила, мы выворачиваем наш мешочек, так скажем, так назовем его условно, на лицевую сторону. Вот, вывернули. Но и это еще не все. Нам необходимо, чтобы наш галстук был аккуратненький, ровненький. Для этого необходимо еще немножко покрутиться. Что делаем? Вот у нас заготовочка такая. Необходимо взять ручную иглу, заправленную ниточкой в контрастный цвет, и выметать наш галстук. Что это значит? Это значит, нам необходимо выровнять срезы вплотную до шва, и легким движением руки нам необходимо совершать вот такой нехитрый стежок. Проложили мы с вами ручные швы для того, чтобы при дальнейшем глажении наш срез вниз не уходил в сторону. Вот таким образом. А делаем мы следующее. После того, как мы проложили ручной шов, нам необходимо нашу заготовку погладить. Идем гладить? Вперед! Теперь на этом вот конце галстука нам необходимо сделать закрепку. Подгибаем срез примерно на 5-7 мм и еще раз подгибаем на 3 сантиметра. Вот так. И закрепляем это булавочкой. Вот так. И теперь на машине нам нужно это дело закрепить. Вырезаем все ниточки, выбираем булавку, которая нам больше не нужна, и также убираем сметочные стежки, которые проложила Резида. Вот что у нас получилось. Вот таким образом у нас получился очаровательный весенний галстук. Вы можете изготовить его из любых других остатков ткани. Разноцветный, то есть две стороны будут отличаться друг от друга цветом.
цветом. Ну и тем самым будут давать совсем другой эффект, да? Красочный, праздничный. Этим аксессуаром вы можете дополнить свое платье или костюм. И оно придаст женственность и очарование вашему неповторимому образу. Всего хорошего! До новых встреч! С вами была ваша волшебная петелька.